Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. Сегодня у нас неординарный такой тренинг. Проходили слепого монаха. Выкинула уже фотоотчет. Что могу сказать? Ребят, единственное и главное, что я могу сказать, что те люди, которые имеют руки, ноги и глаза, просто обязаны быть счастливы в этом мире. И не жаловаться ни на что. Не верите мне? Пройдите такой тренинг. И я уверяю вас, вы взглянете на мир другими глазами. Ребят, жизнь прекрасна. За окном солнце или не солнце, пасмурно, темно, светло. Но вы это видите. Вы видите, куда вы идете. Вы видите, что вы делаете. В общем, вы видите. Я преклоняюсь перед теми людьми, которые не видят, но живут. И живут радостно, счастливо, проживают жизнь. Это все прекрасно делают, исполняют в этой жизни все свои обязанности, цели, желания. Мы же почему-то, имея руки, ноги, все время чему-то недовольны. Так вот, я, ребят, говорю вам, будьте, пожалуйста, счастливы и благодарны этой жизни и планете за то, что вы живете. Пока вы живете, радуйтесь всегда и каждому моменту. Значит, что касается тренинга, допустим, у меня очень сильно слуховые, тактильные чувства, очень сильно дали о себе знать. Только пришла, если вы меня не узнаете, то это Юлия Жукова. Вот. Я желаю вам пройти этот же тоже тренинг и радоваться жизни. Пока-пока.